проходить. Сказал из Walking Dead, но нет, мы уже прошли его. Dead Space 2. Прошлая серия была довольно-таки такой интересненькой по-своему, да? Но сегодня у нас с вами сегодня с вами будет не менее интересно, потому что мы начали с вами 12 главу. И помогли там, да, своей подруге, и на этом остановились. Поэтому, повторюсь, если не смотрел прошлой серии, ты знаешь, да, куда тыкать, то есть, правого верхнего угла, там еще подсвечивает кружочек такой, ты видишь на своем экране, да, там подсказочка с компьютера смотришь, да, если телефон попробуй тоже, если там не будет устраивающего знака, да, то спустись чуть ниже описание, там те же подсказки будут, там будет прикреплена прошлая серия, два плейлиста, то есть по прохождению этой игры, Dead Space 2, и по прохождению первой части. Вот, так и еще другие игры. Вот, ладно. Послушай, подумай, надевайся плетик, блин. При этом аппетит кушать, при этом аппетит кайф пить или пить воды, при этом просмотр, а мы, собственно, продолжаем проходить Dead Space 2. О, привет! Система не распознает новую плату. Думаю, я смогу с этим справиться. Похоже, придется справляться мне. Что? Я тебя не слышу. А, не, ничего, ничего. Вот здесь мы с тобой, собственно, и закончили прошлой этой серии. Вот, нас с тобой смотри. Если ты не видел, то смотри, что у нас здесь будет. А лучше посмотри, как я этого добился, да, как я этого, до этого дошел вообще. Вот. Сегодня я без того самого голоса, который был в прошлой серии, скажу, что за голос, посмотри обязательно в прошлой серии, обязательно, перед тем, как смотреть эту. Вот, ты смотрел, сразу скажу, я без этого голоса, то есть, все чики-бомбоним. Чики-пуки. Мы с тобой купили, я с тобой ходил купить стазис батарейки. Опа, а вот это? Опа-на, а вот это что такое? А это что? Подожди, а это что такое здесь? А это что? А это что здесь валяется? Алло, разработчики. Мы специально это сделали, да? Вот это да. Вот это надо. Опа-на. Опа, блин, ясно. Так, ладно, нам с тобой куда? Нам с тобой, собственно, вот сюда нужно что-то сделать, наверное. А, ну взломать, скорее всего. Реально, взломать эту тему, да? Какую-то, блин, панель. Лаз. Двас. И лаз. Лаз, блядь. Раз сюда. Раз. Есть, я запустила его. С другой стороны есть лифт. Я развернусь, чтобы ты мог забраться. Давай, блин, быстрее. А, ну там сейчас какие-то мрази, да, полезли, да, правильно понимаю? Ну, я примерно так и думаю. О, салам алейкум, пацаны. Как жизнь? Как жизнь у вас? Ёпи, ты чё, блядь, аккуратнее, нахуй. Давай вот это хоть не надо вообще-то делать. В курсе, что это, ну? Ой, блядь, здорово. Пацаны, здорово. Бля, ну извини, пацан. Бля, отъебись нахуй. Бэмс. Вот смотри, опять арена долбаная, блин. Бэм. Да отстаньте от меня, пацаны, блин. Пацаны, я понимаю, что, вы ищете, я правильно понимаю, кого. В моменте начали искать, я понимаю, кого. А вот, все. Пока-пока. Я забрался. Блять, подруга поставил, что? Вот, а это подруга наша. Аптечка, надеюсь, аптечки юзанул, да? Юзанул аптечку. О, салам алейкум. Бамс. О, опять арена, блядь. Бамс, бамс. Бамс. Бля, пацан, подожди, оно так и считается. Бамс. Най-най-най-най-най. Най-най-най-най. О! Сюда. Если тут их такая проба, сколько же их наверху? Да хрена, я тебе скажу.
О, здорово, пацаны. Бамс, нахуй. Бамс. Что ты, блядь? Кто пуляется? Кто? Какие твари? Бамс. Но сейчас от них можно даже вот так делать. Бамс. Ты кто? Ты кто? 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 Мальчик. Отстань от меня. Блядь. Пацаны, сорян, я не могу. Бля, сколько нахрен птички с тобой осталось? Держись! У нас впереди еще много этой дряни! Ну, извини! Я так и понял, слушай. А больше никого не появилось. Ай, бля, больно, мужик. Ты что? О-о-о, понятно. Понятно, понятно. Круто, круто. Туда только не с самого начала, пожалуйста. Пожалуйста. Все, не с самого начала. Уже хорошо. Пойдет. Давайте, мужики. Ну что, давай. Ну давай, ну что. А вот это, кстати, да. На, я понял, что мы начали делать. Ты такая еще там, а не больно? Вот это мы с тобой положим сюда. Ой, что такое? Что такое? Что такое? Что с ебалом? Ребята, что с ебалом? Что с ебалом? Бэмс, бэмс. Опа, опа, отсосал, смотри. Смотришь? Смотришь? Отсосали, вы хуёк. Бля, попал, попал, попал. Мать, попал бы в руку. Давай, давай. Бамс. Опа, опа. Смотри, смотри, как маневрирую. Не дал? Умеешь так? А я умею так. Бэмс. Не дал? Вот это еще умеет, кроме меня. Только я. Короче, я, видимо, под эту штуку встал, все. Так, ну давай, мразь. Бамс. А, по ней не идет, да, урон? Охуенно. Это здорово. Бамс. Улетел. Ой, стой, 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 мужик, мужик. Ну подожди, ну так нечестно. А, похуй, да? То есть, ну поебать, да, вообще? Бамс. Улетел. А, типа похуй. Проверяй. Типа вообще все равно на все. Вообще поебать. Бамс. Бамс. Опа-опа, сюда. Домой, на базу, на базу. Где, 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 где? О, здорово, пацаны. Бамс, нахуй. Бамс. Да что за хуйня-то, блядь? Так, не говори, что сейчас прям с самого начала. Оттуда, блядь, сейчас пиздец будет. Оттуда, да? А, нормально, все отсюда. Давай, давай, поехали. Ой, блядь, ты что, мразь? Да ты охуел! Блядь, мразь тупая. Бамс. 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 Мужик, ну так нечестно, ты в курсе? Так нечестно. Бамс. Бамс. Еще лень, смотри, еще тварь. Бамс, нахуй. Ёпта, ёпта, тихо, 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 тихо. Бамс, бамс. Да иди ты нахуй, ёбана тварь. Опа, тасал, тасал, тасал. Бля, где тут была взрывчатая хуйня? Бля, ребята, помогите, помогите. Мне бобо. Тихо, 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 тихо. А где для сна... Где патроны, мразь? Бля, понятно, нахуй. Ну, наебали, понятно. Как всегда, в принципе. Ничего удивительного у нас для этого нету. Бля, 14 патронов осталось. 14, а вот эту хуйню использовать. А, погнали. Взял патроны, прикинь, проебал. Нормально. Ну, все хорошо, ладно. Бать, просто, блядь, жесть.
Вообще получается, получается в желудке или где лежу, конечно, внутри этой хуйни находимся, вот этой мрази, блядь. Чё, блядь? Чё? Че поднял? Угу. Вот и все. Эта штука похожа на одну из опор правительственного сектора. И как нам попасть туда? Легко. У нас же есть огромный бур, забыл? А ты не забыла, что я еду на этой штуке снаружи? Эли! 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 Ну, понятно, нам это не покажут, потому что сэкономили, понятно. Могли показать, ну ладно. А, вот показывают, показывают. Хорошо, беру своего слова назад. Показали. Хотя можно было поглядеть, знаешь, как они это все дело ломают, попробуй, ну ладно, 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 ладно. Ну ладно, 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 беру свой звон назад, окей. Все, окей. Вы ведь пробили, верно? Это точно правительственный сектор. И готова поспорить, твой обелиск где-то за теми огромными дверями. Надо спешить. Эти твари очень скоро полезут через пробитую нами дыру. Тут где-то должен быть лифт или что-то подобное, соединяющие этажи. Попробую пробиться к тебе. Ага, встретимся по дороге. Ну поехали, че, поехали. 13 глава, ребят, то есть 12 глава у нас такая короткая была, то есть 13 глава, то есть получается финал. Ну если смотри, хотя с другой стороны, если это сейчас у нас с тобой 13 глава, 12 глава был довольно короткий, согласись. Вот, то скорее всего 13-14 тоже будут короткие, а 15 будет довольно-таки такой уже, ну, средний, то есть либо будет довольно-таки долго, да, то есть финал будет. Если рядом тут 15 глав всего. Ну сейчас мы с тобой глянем как раз таки это все дело. Айзек, тут штурмовик. Что? Он сломан? Кажется, нет. Айзек, ты меня слышишь? Мы обязательно выберемся отсюда живыми. Да я слышу, слышу. Один из нас. Тебе слишком опасно тут оставаться, Элли. Что ты там бубнишь? Просто тащи сюда свою задницу. Я начинаю проверку. Один из нас? Угу. Реально, один из нас вернется? Реально? Мужик, ну это как бы уже страшная хуйня, на самом деле, ты что говоришь? Давай весь лук-то соберем быстренько. Опа, вот это мне надо. Лучше бы у нас снайпу дали патроны бы. Так, ну let's go, чел. Let's go, сколько у нас с тобой обсех там? 4, все, надо экономить. Поехали дальше. Питание включено. Реально? Дополнительные системы загружаются. Айзек, что ты делаешь? Ну скажи! Люк закрыт. Что? Эй, Айзек, что ты делаешь? Принудительная передача данного корабля. Айзек, ты что удумал? Открой люк немедленно! Начата процедура аварийного взлета. Нет! 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 Даже не смей! Да, он не спасает. Это твой шанс, Элли. Навигатор не работает. Но связь есть. Тебя обязательно спасут. Ты ублюдок. Я очень хочу тебя спасти. Я не смог помочь Николь. Но могу помочь тебе, Элли. В общем, пока. Алло, что такое? Ну, пароль с точками там. Да, 18.01.2018. Вот это Q большая, Q маленькая. Да. Опа, блять, сюда. И что-то он ее спас, да? Теперь ты готов поговорить?
Давай, готов. А смысл? Отпустить тебя тоже? Я не могу, Николь. Да отпусти ты, блядь. Я не хочу тебя отпускать. Захоти, мужик, но ты вообще пиздец, согласись. Произошло многое, чего мы не хотели. Айзек, коснись меня. Не уверен, что это хорошая идея. Айзек, пожалуйста. Сделай нас целым. Не могу. Ну понял, он расстроился. Сейчас буду опять тебя доебывать, слушай. Не может он. Да отпусти, что ты там мозга ебешь, реально. Не знаю, какие высшие силы охраняют тебя, Кларк. Они не всесильные. У меня 200 человек вооруженной охраны. Все входы перекрыты. Только попробуй сунуться. Далеко не уйдешь. Похуй, мужик. Похуй, реально. Так, давай мы с тобой... Что у нас есть продать? У нас ничего, да, не продать. Ну, понятно. Ну, как всегда, как всегда. Так, для чего? Подожди, давай посмотрим, что у нас с тобой... Давай аптеку одну использую, чтобы полностью, да, была хпшка. 23 тысячи у нас с тобой, да? Мы, собственно, можем с тобой взять две средние. Ну вот, большую я не буду брать, потому что это 10 тысяч, это смысла пока нету. Возьму, наверное, две средние, у нас как раз с тобой 4 слота под это есть. И возьму патрики с тобой вот для снайпы 100%. Для этой темы чуть возьмем патрики, вот для этой темы возьмем 100% много патронов. И, наверное, батареечки, да, слизки, и все. Давай так, в принципе, с тобой и сделаем, потому что это, ну, по факту, видишь, это нужнее сейчас оказалось нам. Хотя сейчас может все по-другому быть, знаешь, могу ошибаться. Но снайпа прям хорошо дает дэмэдж. То есть давай, раз, сейчас подожди, давай сначала возьмем средние. 5000, раз, два, раз, два, и остальное мы с тобой берем. А почему так? Вот такую мы с тобой тему сделали. То есть у нас с тобой две стратегических батареечки получается. Да, у нас с тобой получается две батареечки стратегические. Взяли патроны мы с тобой на... На снайпу и на как раз таки, собственно, вроде как он называется, эта, блядь, тема. Вот на эту тему, короче, взяли с тобой тоже. Патриков ПО 46. Они улетят только так, реально тебе говорю. Поэтому сохраняемся и погнали дальше. Чуть сразу же погнали дальше. Блин, 12 глава очень короткая была, реально очень короткая, что-то прям. Ну, могли бы тогда сделать 12 главу, типа, ну, нормальную, блядь, длинную, и 13 главу сделать, да? Либо 12 заключительную сделать главу, и все. Ну, ладно, ладно. Окей. Погнали, нам сюда с тобой. Я сохранился, блядь, вообще, блядь. Сейчас прикинь, не сохранился, вообще будет угар. Еще раз сохранюсь, но его нахуй реально. Вот так вот, ребят, бывает. Мы ее спасли, получается, но я думаю, она вернется. Я думаю, она еще вернется. Вот, а Николь, его подсознание пытается сделать все, чтобы они были едиными, короче говоря. Так, что у нас там с тобой по узлам? Один узел, бля, нам бы верстачок, конечно, с тобой бы. Нам бы с тобой верстачок, конечно, был. Это было бы неплохо. Но они не ко мне идут. Черт, исчез указатель. Что теперь? Ну, я хуй его знает, может, что теперь.
Блядь, ты что, дура? Мразь охуевшая, блядь. Бэмс, нахуй. Бэмс. Бамс. Сосал сразу. О! Мужик, ну так нечестно, ты в курсе вообще? Так реально нечестно, блядь. Бамс. Блядь, это пизда, ребят. Ой, бля, пизда мне сейчас будет здесь, ребята. Бамс. И куда мне что делать с этим? Ему похуй, да, то есть? Быстрее, 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 быстрее. О, бля, арена. Арена, как всегда, классная, реально. И что я предлагаю сейчас сделать? Это опять арена, скорее всего. Опять арена у нас с тобой, да. Опять у нас с тобой. Либо нам нужно куда-то убежать, подожди. Либо нам нужно с тобой куда-то убежать. 100%. Погнали. Так, это у нас работает все. Нам вот туда, что ли, нужно с тобой идти? Да, получается, мы сюда уже идти. Да, это все, что дура. Нет, не сюда. Блять, не сюда нам нужно. У них я выдержу, прикинь. Прикинь, выдержу, выдержал. Просто на кондициях залетаю, просто бамс. Бамс, нахуй, отсосал, долбоеб. Бля, ебать, их тут пизда. А что мне, куда ехать-то, блять? Что мне делать? А, мне нужно взломать. Ну я понял, я не взломаю тогда. По идее, сейчас взломаю. Давай, давай, успеваешь, успеваешь, успеваешь. Блять, что мне делать? А что мне, блять? Что за хуйня сейчас была? Все, изи, 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 изи. Погнали. Покедово, ребята. Фу, блять. Да, блять, это пизда, конечно. Ну вот это снайпа, как я ее называю, да, она получше сработала в этот раз, видишь? Видишь, в этот раз она сработала хорошо. Так, ну по идее сейчас здесь не должно быть монстров, монстры там у нас. Да, мужик, конечно, это пизда, я согласен. Нам теперь понял, что скачать, нам еще нужно скрываться от них, блять, охуительно. Нам же это не просто дали с тобой. Ну, по идее, мы не просто так ее дали сейчас. Бля, сейчас мы отключим питание, сейчас мрази еще здесь будут. Ёпта. Сейчас эти мрази здесь будут, короче, забей. Ну, понятно.
Лодка! Отступаем! Отступаем к ангару с обелиском! Мы должны запечатать его! Здесь у нас стоят военные, окей, я понял. Значит, нам не просто так ее давали. О, сейчас эти мрази будут, ну поехали, чё. Бля, ну ребят, ну это пизда. Бля, ребят, это пиздец. Ты такой, ну нахуй, я мужик. О! Здорово! На, блядь. Ебасос. Бэмс. 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 Ну подожди. Я еще перезагружаюсь. Давай всех ждать, что здесь типа. Поехали. Пока вот эту хуйню будем использовать. Она здесь более нужна сейчас. Черт, исчез указатель. Что теперь? Ну, ничего, блядь, еще теперь. Вот это нам надо. Чё теперь? Ничего, блядь. Айзек, куда ты идёшь? Я не знаю. Вот поэтому я здесь, Айзек. Я похож, знаешь, на что? Похож на то... Помните, как в первой части он тоже там в какой-то арене? Нихуя у него завел, все же психовался. Не-не-не-не, нихуя, блядь. Ну давай, выходи, ёпта, я же знаю, что тут, блядь. Ну я так и понял. Опять через самую жопу идти нам, блядь. А, в сопровождении с охранником, блядь. Поехали. Нельзя с ним, прикинь. А, вот с ним, наверное, нужно. Ну, тут разрешен, блядь.
Запись в журнал исследований 43509. Не могу выбросить из головы формулы, которые мы получили в последней сессии пациента 4. Они настолько безукоризненно выстроены, что я все время прокручиваю их в уме. Конфигурация практически у нас в руках. Кажется, я мог бы сам ее вывести. Забавно. На днях я сказал Трэвису, что у меня такое чувство, будто эта штука сама желает, чтобы мы преуспели. Никогда такого не видел. Нам нужно лишь решить проблему эвристической стабилизации, и тогда мы сможем немедленно запустить минеральные ванны на выращивание слоя. Вот что, ребят, бывает, когда люди занимаются полной хуйней. Ну, когда люди доводят до такого, да? Вот что бывает, ребята. Мне похуй, что схожу, блядь. Давай, ты сзади, я знаю. Бамс, нахуй. Бамс, блядь. Что с ебалом? Алло, блядь. Шо ты? Шо? Ты кто, блядь? Иди отсюда, потеряйся, мой. Патрон дал, прикинь, для автомата. Пиздец. Зачем, только непонятно. Ага. Да, надо перезаписать. А, ну поехали еще. О, появился, ничего себе. Let's go. Ой, как сейчас тут весело будет. Бамс. А, блядь, мразь. Иди-то нахуй, сучка ебаная, блядь. Бля, их тут двое. Моментом, сразу. Жмем. Ну, блядь. Очень весело сейчас будет. Блядь, ты не видишь, что мне... Я не хочу еще раз, ребят, включать этот голос. Думаю, поняли, о каком, да, я говорю о голосе. Который был... за прошлого вроде серии, да. Я не хочу этого делать, на самом деле, потому что мы не хочу этого делать. Давай, блядь, мразь. Бамс, нахуй. Отлетела, дура ебаная. Бамс, нахуй. Бамс, отлетела, дура ебаная. Давай, иди сюда. Бамс, нахуй. Бамс. Ой, мужик, ну так нечестно, ты в курсе, блядь. Бамс. Бля, что я сделал, блядь? Так вот все, ребята, делается. Красоте. Ебать, ты кто, мужик? За что ты? Бля, такая мразь-то тупая, блядь. Да что, сколько у вас здесь будет, блядь? Арена опять ебаная, да? Или мне дается, подожди, или мне дается время, чтобы, ну, побежать, блядь. С этой хуйни не пойму, блядь. Бэти задолжил, да, их, ребят? Ну давай, еще кто-то появись, блядь. Ну я так и думал, слушай, блядь, и... Да иди ты нахуй, мразота ебаная, блядь. Я так и думал, что я зайду, блядь, опять какая-то хуйня начнется, блядь. Патрон достаточно есть? Ооо, ну, ребят. В принципе, все достаточно. Сюда, дай свой клык, бля, ебаный. Опа, нахуй. Ну, давай, поиграемся. Давайте поиграемся, ребята. Да иди ты нахуй, блядь. Сейчас еще тварь появится, да, заспаунится где-то. Да, куда она вообще? А, туда. Где этот клуб ебаный? Правда, сейчас сзади появится мразь. Ой, блядь, дели, подожди. Ну давай, сзади появись, мразь, еще ебаная, блядь. Бля, ну давай, ладно, бежим, эту хуйню, может там что-то лежит еще. Ну так, аккуратненько пройду сейчас.
Что-то лежит здесь? Здесь ничего не лежит. Да, жаль, могло лежать. В принципе, нам бояться сейчас больше нечего особо. Опа, сюда, сюда, на базу. Как говорит, вот это нам. Система поглощения, построенная вокруг испытательного полигона обелиска, должна полностью блокировать все сигналы. Но я могу поклясться, тот сигнал, который вызывает безумие, все еще проходит через защиту. При этом сенсор не будет ровно счетом ничего за пределами барьера. А если тот же сенсор поместить в помещение с обелиском, его показатели будут зашкаливать. Либо мы что-то упустили, либо... я уже не знаю. Если упустили... Господи, помоги нам. А чем вообще полезно для такого пропуска? Да, да, страшно, пиздец. Давайте, мрази ебаные. Блин, ну в целом это должна сейчас быть сейф-комната, но я не уверен, ребят. И куда нам с тобой идти, блядь, все равно вот сюда. Но я не уверен, что это сейф-комната будет. Вообще не уверен, что это сейф-комната, поэтому... Поэтому давай-ка... Она пропала, да? Ну да. Ну да, эта хуевина пропала, блядь. Я так и понял, блядь. Но это, блядь, не проработанная хуйня вообще-то. Почему я не могу с вами взять, блядь, эту тему, блядь? Почему? Нереалистично. Я считаю, нереалистично вообще. О, сколько у нас с тобой? Два. Давай я вот это сейчас сюда использую один. Да. О, сейф комната. О, сейф комната, ребята. Держу в курсе. Держу в курсе, сейф-комната, ребята, сейф-комната. Вот это хорошо навалили с тобой. Жалко, что... Давай, 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 давай. На, блядь. На, блядь. Ты кто, блядь, мразь ебаная? Все, он упал, блядь. Пакетов сказал. А, блядь, ты кто, блядь? Иди ты нахуй отсюда, блядь. Так, а ты мне дашь что-нибудь вкусненько? А ты мне дашь что-нибудь вкусненько? А он не даст. Просто, ну это, я, в принципе, так и думал, что так будет, ну ладно. Так, у нас с тобой один. Бля, я бы снайпу, конечно, в патроны бы фиганул. Но единственное, что я могу фигануть, это вот сюда. Альтернативный огонь. Урон у нас находится вот здесь, находится вот здесь. Ну хуйня вообще-то, если честно. Давай вот сюда урон качаем. Чего? На, перезарядка, нахуй она нужна. Бля, сюда что ли вкачать пустую просто, блин. Ну, давай вот сюда. Так уж и быть. Так, сразу открываем с тобой сейчас какую штуку. Так, ну балку, значит, сейчас будет хорошо, мы можем закупиться еще, да? Да, нам, мне бы, конечно, сейчас, знаешь, что найти? Нам с тобой найти реально. Комнату куда-то с магазинчиком, сейф-комнату, да? Вот это было бы неплохо. А где мы сохранились -то вообще? Там сзади, да? Ну ладно, я понял. Так, в целом и понял, блин, что там сзади. Бля, неприятно, хуйня. Ну ладно. Ну поехали, чё, ребята. Нет, ну туда надо. Да стой, блядь. Не слишком. Понял. Ну тогда делаем очень просто. Очень высоко. Сюда дай. О, пойдет.
Давай, 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 давай. Давай, давай, вставай, вставай. Сука, не здесь что ли? А вон там еще может пробежать тварь. Бля, слишком высоко. Ну, вот так вот сидись. Давайте, давайте, ребята. Я жду. Ребята. Ребята, я жду. Да реально нужно пройти туда, блядь. На, блядь, поеблющий своему, блядь. Да хуя знаешь, как говорится. А вон он, смотри, выглядывает, тупая тварь. Бам, нахуй, отлетела дура. Давай, давай, давай. Бамс. 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 Блядь, ей похуй или что, не пойму. Бамс. Поехали, поехали, да, 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 давай, давай. Побежишь? Побежишь-то? Давай, давай, беги, 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 беги. На, блядь, на, блядь. Летела мразь тупая, блядь. Еще будут приколдаться или как? Раз, на снайпу им похуй-то. Я слышу там еще кого-то. Поэтому, скорее всего, еще приколы будут. Ой, что такое? Что с ебалом? А что такое, блядь? Что такое? Что случилось? Что? Не прикольно? Ну, в целом, они не прям опасные, эти темы. Они просто не очень прям... Кайф. Запись в журнале исследований 16671. Это тот же самый сигнал. Безумие, голые чертежи. Результат одного и того же сигнала, который излучает обелиск. Разница лишь в приемниках. Люди с высоким IQ видят коды и чертежи. Остальные слышат лишь шум. Шум, который сводит их с ума. А вон, блядь. Понятно, мать. Всем, что объяснила, конечно. Так, ну сейф у нас в твою комнату вот здесь. Вот я говорю, видишь, патроны на снайпу просто уходят. Причем, видишь, он какой-то даже такой, не знаю, то ли баг это, то ли, ну, то ли это КД. Видишь, когда я их типа, ну, замедляю, я по ним стреляю, вообще сорну как будто, знаешь, то есть такая тема есть. Такая тема есть. Так, ну чё, let's go. Let's go. Попробуем. О. Что это? У меня в голове что-то не так. Мы приближаемся, Айзек. Обелиск знает, что ты здесь. Зато я не знаю, что делать. Придет время, и ты все узнаешь. Ну появись, давай. Ой-ой-ой-ой-ой, что сейчас будет? Куда нам идти-то вообще?
Ты чё, блядь? Очень весело будет. Слушай, блядь. Бля, больно. Ебать, Патриков упало. О, добрый вечер. Будет очень весело, мужик. Как мне? Подожди, пробежать. Я не успею просто-напросто пробежать. Я просто не успею пробежать за этой хуйней. А не, успеваю. Бамс. Да, веселуха, конечно, жесткая, слушай, реально жесткая веселуха. Опа. Так, мне next, да, идти сейчас? Куда она вообще? Бля, она вообще... О, ебать, нам куда идти? Классно, мужик, классно. Конечно, можно там сохранить было, пожалуйста, пусть там будет чекпоинт, блядь. Да, ладно, мы на этом все закончим. В следующей серии мы с собой, собственно, это все дело и пройдем. Ой. Мы подобрались уже с собой к обелиску, да? И думаю, следующие там 4-5 серий будут последними, да, по этой игре. Поэтому как так, у Саш будет. Поэтому спасибо за просмотр, пока всех было. В принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.